Дети из зоны АТО, которые приехали на отдых в Одессу, побывали в ботаническом саду. Такой подарок для ребят организовала Одесская территориальная организация партии «Солидарность» блок Петра Порошенко. 19 прекрасных детей к нам в Одессу на прошлой неделе прибыло из Иловайска и со станицы Луганской. За это время дети успели познакомиться с Одессой, побывать на экскурсиях. Очередным этапом знакомства с Одессой стал ботанический сад. Для детей провели увлекательную экскурсию. По мнению организаторов, подобные мероприятия очень важны для детей. Страшно осознавать о том, что у нас в Украине в сегодняшний день появилось новое поколение детей войны. И страшно, наверное, даже не просто осознавать это, а понимать о том, что они пережили и что они увидели. Мы целенаправленно стараемся отвлечь ребят от того, что они видели. Сами дети получили незабываемые эмоции во время прогулки. Покорила их и сама Одесса. Одесса красивая. Я побывала в музее интересных наук, там тоже очень классно. Мне здесь очень нравится, вот хочу привезти домой букет. Ты его сама собирала? Да. Кому подаришь? Маме. Также в этот день всем детям вручили ценные подарки и сувениры.